Друзья, и еще одно новогоднее поздравление от Светланы, представителя самого лучшего бизнес-инкубатора этого года из Ярославля, а также несколько напутственных слов для всех стартаперов, бизнесменов в будущем 2017 году. Светлана, пожалуйста. Дорогие стартаперы, в первую очередь я желаю вам коммерциализации ваших проектов. Пусть самые амбициозные идеи воплощаются в жизнь. И, наверное, самое главное, ребят, не забывайте про финансовую модель, про инвестиционные показатели эффективности. Это очень важно. А, дорогие инвесторы, будьте более трепетны к нашим стартаперам. Вы им так нужны. Вот так вот. Только тщательная подготовка и желание двигаться вперед помогут вам найти нужного инвестора. Оставайтесь с нами в будущем году. Cymex News будет очень интересно. Счастливо, пока!